Приветствую всех на канале. Глянем, что по ссылке. В посылке у нас радиоприемник в коробочке. Байджи Али, уже такую фирму несколько штук покупал радиоприемников. Ну, в принципе, нормальные радиоприемники. Хотя название довольно-таки странное. Вот. Радиоприемник. Давайте посмотрим, что внутри. Так, инструкции не вижу. Нету ее. Пупырышки. Радиоприемник, это самый такой, один из самых дешманских. Шкала средняя, ну, в принципе, думаю, что нельзя сказать, что мелкая, но и крупная тоже нельзя сказать. Важна шкала для бабушек, дедушек, потому что зрение плохое. Так, здесь у нас выключатель с громкостью совмещенный. Здесь ручка настройки, крутилки, все это хорошо. AM, FM переключатель. Здесь у нас гнездо под наушники, никак не обозначено. Вот. И это, я думаю, что гнездо под питание внешнее. Так, тоже никак не обозначено. Ручка есть. Антенна длина у нас 30 сантиметров. Неплохо, неплохо. Вот, ну что ж, давайте ставить батарейки здесь. Так, хлястика нет, но обычные батарейки поставим. Вот поставил самые обычные батарейки. Закрываем все это дело. Ставится легко. Так, все нормально. Теперь выдвигаем антенну. На FM он и так стоит. Ну и включаем, пытаемся поймать что-то. Добрый день, народное. Передаю привет своему... Качество звучания не хай-фай, но, в принципе, работает. Да, работает. Давайте тогда АМ сразу подключим. Так, что у нас тут на АМ? Ничего нет, наверное. Так, что я заметил, нету светодиода точной настройки. Других радиоприемников подобного типа имеется. Настройка не очень-то плавная, но, в принципе, пойдет. Открыл радиоприемник, всего два самореза держит крышку. Вот. Тут шкала Вернир, так скажем, самый примитивный. Это вот эта гибкая лента, наматывается на ручку настройки, то есть на колесо настройки. Динамик неплохой, 8-омный, 0,5 Вт, но диаметр тут 56 мм, это неплохое считается. Для малогабаритных радиоприемников. Чипы какие тут? КТ-0936МБ9. Это такой самый любимый, популярный чип. Среди радиолюбителей делают на них планки. Сейчас модно пошло. Восстанавливают старые радиоприемники. Вот. А чип-усилитель у нас 8002. Тот же самый такой распространенный. Обвязка самая простая. Тут ничего нет. И усилителя антенны тоже нету. Обычно радиоприемник ставит, на данном нету. Этот светодиод только показывает, включено или не включено, но не точную настройку. Так. И здесь у нас переменный резистор с выключателем. Вот. И настройка осуществляется потенциометром, который имеет вот это колесо настройки. И все. Так, магнитная антенна у нас неплохо сделана, лицедраном, смотрите, какой толстый. Вот, и 40 мм длиной, это немного, и бывает меньше антенны. Антенна довольно-таки широкая, вижу. Вот, ну и все, в принципе, тут. Радиоприемник довольно-таки средненький, так скажем, звезд не ловит, но в то же время функциональный, то есть работает. Звук приемлемый, не хороший, не плохой, но приемлемый. Но так удобно переключатель здесь, антенна неплохой длины. Так, ну, все крутилками, так неплохо. Неплохо. И батарейки не дефицитные, но, в принципе, даже есть внешнее питание. Вот я только не проверил, работает, не работает от него. Вот. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписаться на канал, будет много чего интересного и полезного. Пока!